Сегодня есть у меня настроение. Никакого сомнения. Get ready, с вами Shadow Freddy. Добро пожаловать на пародии под названием One Nighted Kotya. Play game сразу можем. Это... Чё за флаги такие же? Окей. Да, старые ламповые ФНАФ пародии возвращаются, даже маска радуется. И почему бы мне не радоваться, ведь котики, они такие милые, прикольные животные. И, постой, уже бегает ночной тыгдык, как говорится. Вау, вау, что за происходит? Окей, так, давай-ка на моей новой рубрике, которая не новая, а повсеместная рубрика, несколько ФНАФ-пародий. И на самом деле автору респект. Почему? Потому что очень реалистично. Реалистичный тыгдык в 12 часов ночи. Как хозяин кошечек, а точнее два кота, двоих котов, я подтверждаю. Так, окей. Тем не менее, мы продолжаем и сидим уже тут один час, битый час мы тут сидим и на котиков глядим. Котиков миленьких, прикольненьких и няшненьких. Так, что хочу сказать. Котя уже пришел, котя уже ушел. Прикольно. Так, можно, кстати, погладить котика, а можно котика не выкидывать на улицу, потому что меня бесит, когда люди выкидывают котиков милых на улицу. А если не точнее, не бесит, а нервирует. А если быть точнее, то мне все равно, я просто даю им курочку. Почему? Потому что это какой-то прикольный капец. Окей, котик экзе, окей. Ну что ты, маленький котик, как тебе живется? Давайте почитаем, кто же он такой. Котя, этот кот кошмарный, он очень опасен для тебя. Если видишь его на камерах, то бойся. Если в офисе, то одевай маску. Если он не в офисе, то не бойся. Ауф! Окей, так, давайте, что он еще любит делать? Он любит спать на камерах, защищайся как можешь. Пока. Окей, привет. Привет, первая ночь, которую я хочу все-таки попробовать пройти. Хотя бы как-то. Так, давай-ка, посидим, пока, почилим, попьем чайку. Так, тише. Спокойно, Котя, спокойно. Спокойно, тыгдык. Тыгдык, спокойно. Так, давай-ка. Посидим, почилим, порисуем. Как у вас дела, например? Вот, потыкаем по камерам. Вообще, прикольно все сделано. Котики. Котики, мы как раз помните. Помните, кстати, историю про моего друга, не друга. Вообще, на самом деле, вот бы сейчас ему по башке... Кот взял бы, пришел бы и тупо бы по лицу бы дал. Вот так вот. Так, ну мы тем временем не теряемся в пространстве. И просто что, можно сказать, чилим с котиком. Вообще приятно, когда котики к тебе вот ложатся. Хотя кому я объясняю? Это каждый, как говорится, каждому известно, что для развития ума полезно кушать мармелад да шоколад. А также спать по режиму котика. Котика XZ лучше даже, кстати, и не трогать в этом плане, потому что они спят, они бдят, они убивать хотят. Так вот, котик XZ все кроме этих людей прочитал интересное сообщение. Это что? Это я вот решил вам взять и прочитать то, что я читаю сейчас. Параллельно записывая видос, параллельно пья чай, параллельно гладя котика, параллельно сидя, параллельно чувствуя себя, параллельно относительно проблем, параллельно чувствуя себя прекрасно, прекрасненько. Котя, пока.
так, котик, 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 ты мой животик лизни. А, блин, да что ж такое? Ладно, друзья мои, походу то, что котики не всегда любят, когда им тупо дают сосиску. Ну окей. Внимание, внимание, серьезное приключение, предупреждение. Мы в аду. Добро пожаловать во Five Nights at Pingas. Самая упортая, самая упортишая игра на Диком Западе. Да, отличное начало для этой супер прикольной, супер упортой MLG-шной FNAF пародии. Да, и мы Йода. Мы Йода. Надеюсь, вы все понимаете, потому что я Монки. Монки. И на самом деле это просто сборище мемов. Можно сказать. Которые, кстати, реально проходимы, если так посмотреть. Чё камера 6? Что? Камера 6. А, камера номер 6. А, доги, доги. Привет, собачка. Привет, собачка. И хорошо то, что она тут жива. Миленькая такая, прикольненькая. Так, наша батарейка тем временем очень быстро сажается. Чё так? А, так, 4 часа. 4 часа. Слушай, нормально, нормально. Живем, живем. А-а-а, блин. Нас перемололи, пока по нам бежали. Окей, загружаемся. Хочешь ли ты поиграть со мной, дружочек? Так, что мы здесь имеем? Бейсмент и камера, по которой мы можем смотреть твое лицо. Так, у нас тут что? У нас тут не хухры-мухры. У нас тут импровизированный бэкрумс. У нас здесь... Не менее импровизированная вот эта вот, которая по дефолту включена почему-то. Ну, пусть будет включена. Так, еще вот это. И нам нужно крутиться так быстро, как мы только можем. Да, друзья мои, не кажется то, что по этой FNAF-пародии, то, что ее можно так сделать, но ее можно пройти и реально поиграть. Да, давай-ка. Продолжим, продолжим, продолжим. И реально, я хочу пройти первую ночь. Пусть этой, в этой каше кажется то, что бессмысленно все, но здесь все имеет смысл. Здесь каждая деталька, каждый пиксель, конечно же, имеет какой-либо смысл. Так, давай-ка, давай-ка, дождемся. Дождемся того, пока мы будем чувствовать себя прекрасно. Так, давай-ка просто, просто возьмем и просто закроем к хренам все. Я хотел закрыть. И, по-моему, мне даже не надо брать и тупо этим пользоваться. Почему? Потому что. Так, давай-ка, давай-ка. И мы, кстати, сидим, ждем доги, доги, ждем. Так, давай-ка... давай-ка сидим, закроемся, чтобы чувствовать себя прекрасно. Так, ну и давай-ка пустим и тупо воспользуемся самой обычной, обычнейшей, преобычнейшей тактикой. А именно посидеть, чтобы не посидеть от страха. Потому что от упортости мы уже тут посидели. Так, давай-ка. Вау! Вау, ах ты, Соник, я тебя нашел. Ах ты думаешь, я тебя не найду? Так, давай-ка. Отлично, чувствую себя прекрасно. То есть Соник бегает по вентиляции. Значит, насчет дверей мне можно не волноваться. Не волноваться, ведь навряд ли кто-то, кроме этого синего прохвоста, придет ко мне сегодня. Так, доги, мы ждем тебя, чтобы ты пришел к нам на ножки и посидел. Пингас, 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 ничего не знаю. Пингас, отлично. Так, 7 часов, постой, чё? А чё так долго? 8 часов. Йоу-йоу-йоу, яйца танцуют под MLG-шную музыку.
Е-бой! Ой, что было вчера, ребята? Что-то... Что? Да. Привет. А что было вчера? Я чуть не помню. У меня башка что-то болит, так и не только. Окей, походу, что... Ой, походу, то, что ночь в этой игре разгоняется не с самого начала. Так, давай-ка мы посидим, чтобы не посидеть. А хорошей ночи, спасибо. Sonic.exe там был, насколько я увидел. Так, давай-ка быстро ноги не оставим без внимания. Так, тише. Закроем. Так. И походу то, что тут реально можно просто брать и как-то играть, слушать. Так, тише. У нас тут все закрыто. Вентиляции мы слушаем. И реально можно как-то играть. Да, я сам удивлен, как в это можно играть. Но как-то в это можно играть. Так, давай-ка. А-а-а, пингас! Нас приготовили, как яички. Game over! Так, я не понял, а что тут делает моя игрушка из детского сада? А, так это ж Фредберг. Точно, я забыл. Добро пожаловать в Five Nights at Freddy's. Фан игра, погнали. А, так, первая ночь. 12 часов. Утра. Да, почему бы и нет? Итак, что мы здесь имеем? Вау, блин, я не знаю, чем мне так вайб этот нравится? Ну просто можно сказать, халтура ж. Да, халтура, но все-таки вайб он есть, вайб он присутствует. Так, а ночь коротка, как и огни, как и энергия, смотри, какой я быстрый. Соник словно, я мечусь, как в Минск, и да, так, окей, давай-ка попробуем, опа, нет пасхалочки нет, но вы держитесь, ведь к нам бежит Фред, Fear of Fred. Так, закрыть, открыто, закрыто, прикрыто, что, А, мы можем менять двери. Так, и давай-ка, пятая или первая. Так, давай. Прикольно сделано. Так, первая закрыта. Отлично, чувствую себя прекрасно. Так, на самом деле неплохая механика для обычной прикольной упорной, извиняюсь, в пародии. Но все-таки... Все-таки прикольно, прекрасно, интересненько. Так, давай-ка не будем медлить, а будем играть и веселиться с Фредфером. Так, давай-ка. Так, давай-ка. У меня есть, кстати, идея. Тупо брать, так вот смотреть, сидеть и на одном месте ровно. Почему бы, как говорится, и нет. Так, давай-ка. Просто и будем сидеть и делать то, что я сказал. Да? А почему бы, как говорится, и нет? Почему бы и нет, когда можно да? Когда можно да? Когда провода? А, так, сидим, чувствуем себя прекрасно. А почему? Типа, смотрите, я буду сидеть на пятой камере, и если, получается, кто-то придет на пятую камеру, то я поменяю просто дверь на пятую камеру, и все. Так, но тем временем камера у нас не бесконечная. Надо как-то экономить заряд, потому что энергия – это очень важный ресурс, ресурс человечества моего. Так, давай-ка, будем сидеть. Трям-т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 рям
Окурок – это такой, знаете, босс есть в Капхеде у Кинг Дайса.
Кингдайсо, это там один из его приспешников. Так, сидим, чувствуем себя прекрасно и произвольно хорошо. Так, ну на самом деле я просто думаю, что не могу, могу просто ничего не трогать, потому что лучше и не надо, как говорится, камера у меня скоро того. Так, давай посмотрим, кстати, что мы, ну, тут у нас. Система дверная, одна штука, 8%. Блин, слушай, выживу ли я или нет? Делаем ставки, господа. Надеюсь, что да. Так, ну, кстати, оно, по-моему, еще пассивно тратится. Да, оно пассивно тратится. Так, давай. Опа, отлично. Как, знаете, вот, когда на последней паре уже сидишь, тупо, и у тебя просто 0% заряда, учитель... А, точнее, препод вообще кошмарит и не хочет давать ставить лев на зарядку. И так вот, как-то так. Как-то так, так, давай. 3%, черт. А на что смотреть вот на процент? На 6 часов, конечно же, смотреть. Зачем смотреть на грустное и на несчастное? Окей, 2 часа, и тут навряд ли уже будет какая-то халява, сэр. Но предлагаю чувствовать себя прекрасно по такой же тактике. По такой же тактике, только... Так, давай вот так сделаем. Закроемся. Так, не будем смотреть на аниматроника, потому что мы знаем... Потому что вот он, аниматроник. Зачем, как говорится, смотреть на него, если он уже тут в офисе у тебя? Он говорит тебе бугага. Так. И, кстати, ночи, по-моему, идут тут быстрее, чем в остальных новпародиях. Почему? Да потому что разраб так захотел, значит, он отличный человек. Он отличная персона. Так, давай вот так. Вот так. И, блин, на самом деле, конечно, процентов побольше, но не на ошибка. Не на ошибка побольше. Угу. Вы поняли? Вы поняли то, что я в полном месте. В полном месте, в полном веселье, счастье и селебраты. Селебраты. А звучит-то как? Так, давайте-ка не будем switch doors, ведь они это, в этом не нуждаются. Так, давай-ка будем сидеть, ждать чуда, ждать просвещения в этом и священном месте. Так, давай-ка сидим, чувствуем себя прекрасно. Так, ну, кстати, насколько прекрасно, возможно, я не знаю. Так, вообще не знаю, имеет ли смысл тупо смотреть на камеру. Я думаю, что можно посмотреть на это произведение искусства. Как говорится, это когда у тебя 90 секунд на портрет. Кстати, прикольная игра. Может поиграть? А почему бы и нет? Давай так и сделаем. Возможно. А возможно и нет. Прикольно будет, если я выпущу... Если я вообще обо всем забуду и сначала выпущу видос по этой игре, а потом уже по этой новпародии. Так, сколько там? 2 часа ночи. Мы навряд ли выживем. Хотя надо быть оптимистичным. Зачем эти грустные мысли в башке держать, когда аниматроник просто не хочет сюда заезжать. Раунд! А вообще, давайте придумывать рифму. Почему бы и нет? Лошадь, может быть, мясо, глясе, таранту, оракул. Так, давайте вам на L. Мне Ленинград. Так, очень нравится. Я там не был. Почему? Потому что он, по-моему, был переименован в Стамбул. В каком-то там 12-м году. Так, окей, 4 часа с 42% заряда энергии. С зарядом, который нам, как говорится, является ответом на все вопросы. На все вопросы жизни, смерти и вообще. Это красиво, жестко и прекрасно. Так, давай-ка будем сидеть, пердеть, как говорится. Так. Ну и все, в принципе, нормально. Чувствую себя прекрасно. Чувствую себя хорошо. 4 часа. Оу, е, фрикинг гуд. Гуд, хорошо, прекрасно. Замечательно. Чувствую себя прекрасно. Итак, друзья мои. Друзья мои, нам хорошо.
А это значит что? Правильно, что все будет замечательно. Так, давай-ка 5 часов и 30%. Ну, мы, кстати, прям хорошо в этот раз пошли. Окей, давай-ка тогда мы познакомимся с нашим другом. Привет, дружище, как у тебя дела? Как у тебя дела? Я тут тебе вообще не показывал, не смотрел на тебя. А ведь тут сигнала нет. Так, тише, тише, тише. 6 часов уже стучится в двери. Ну и давай-ка поприветствуем немножко поближе. Познакомимся с нашим другом, который пытается плавиться к нам. Уже которую ночь. Привет, дружище. Ну подходи. Какой ты красавчик. На самом деле, вот реально прикольно. Вообще, мне нравятся такие вот кривоватые FNAF-пародии, которые как бы, ну вот, я не знаю, ностальгию навевают. Ну реально, ну посмотрите. Ну кажется, да, фигня. Ну что? О, даже так? Слушай, не, так не годится. Я тебя впускаю. Блин, раз уж на то пошло, я ценю твою попытку. Видишь, я ценю попытку твою. Как говорится, попытка не пытка, а пытка это не пробовать. Так, давай-ка. Привет, привет. Ну давай, заходи, заходи, я тебя жду. Я тебя жду. Я тебя жду, камеру не выключу. Окей, на самом деле хорошо то, что автор сделал так, чтобы что? И чтобы аниматроник был немножко ситняшка. Ситняшка он все-таки не захотел. Ну окей, ну зайди уже. Ну окей, давай посмотрим, что будет. Ага, мы просто ждем. Ждем нашего другалька, уголька, который нас уже, как говорится, хочет поприветствовать. И мы тоже хотим его поприветствовать. Но, увы, нам придется смотреть на пустую камеру. Да, окей. Окей, друзья мои, походу то, что мне придется ждать его без вас, без меня. И вообще как-то грустненько получилось. Как-то грустненько получилось. Окей, надеюсь, вам понравилось. Вот такая вот FNAF-пародия. Вот такой вот прикольный медведь. Большое спасибо тебе за просмотр, зритель. До скорой встречи и увидимся в следующем видео. А ты не унывай!